16 января в школе номер 383 состоялась игра КВН. Тема игры – театр начинается с С. В юмористическом баттле сразились две школьные команды – таланты талантовы 9 класса и бродяги 10 А. Ребятам предстояло отыграть конкурс приветствия, найти остроумные забавные ответы на каверзные вопросы в конкурсе «Разминка», снять смешной видеоролик и, конечно же, выполнить домашнее задание. Оценивали выступающих не только зрители, но и строгое жюри, в составе которого были учителя, выпускники школы и просто люди с хорошим чувством юмора. Все зрители очень хотели получить кусочек позитива и хорошего настроения в конце тяжелого трудового дня. И нашим веселым и находчивым удалось осуществить их желание. Игра закончилась бурными аплодисментами и победой команды «Таланты талантовой». Абсолютно каждый человек вышел из зала с отличным настроением и яркими впечатлениями. С уверенностью можно сказать, что юмористическая семья 383-й школы стала еще больше.